За январь-май производство молока в республике составило 582 700 тонн, что на 10 784 тонн или на 1,9% больше соответствующего периода прошлого года. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, увеличение производства молока в республике происходит за счет роста поголовья коров на 19 700 голов и среднего удоя молока на одну корову 5,6 килограммов. Также за отчетный период в республике произведено 229 596 штук яиц, что на 5883 штук меньше или составило 97,5% к соответствующему периоду прошлого года. Основной причиной снижения производства яиц в республике является уменьшение численности поголовья домашней птицы на 140 700 голов.